И к новостям спорта. Междуреченцы продолжают радовать своими достижениями. Футболисты стали призерами открытого чемпионата детской футбольной лиги. Большие звезды светят малым в Барнауле. В турнире детских команд боролись 8 дружин из Барнаула, Горно-Алтайска, Новокузнецка, Бийска и Междуреченска. Наши футболисты проиграли всего одну встречу – соперникам из Алтая. Для ДЮСШ-2008 это не первые соревнования. С волнением помогает справляться опытный наставник. И они выходят на игру, они как бы не перегорают у меня, они играют. На преодолении себя где-то через боль боролись до конца. Междуреченские спортсмены заняли второе место. Лучшим игроком признали междуреченца Кирилла Манухина. Кроме того, наши футболисты завоевали путевку на всероссийский турнир среди детских команд. Он пройдет в сентябре в Анапе.